Депутат Народного совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс» Андрей Мирошниченко посетил собрание старейшего донецкого общества греков имени Федора Стамбулджи, которому в этом году исполняется 25 лет. Спасибо вам огромное за то, что мы имеем честь у вас присутствовать. От себя мы вам привезли, от себя и от главного грека города Дебальцево, привезли вот такие подарки, это вот такие вот флаги. От Афендикова Александра. Исторически сложилось так, что Донбасс является многонациональным регионом, где вполне мирно проживают бок о бок люди разных национальностей и вероисповеданий, не испытывая при этом никаких притеснений и неудобств. Третьей по численности этнической группой на земле Донбасса являются греки, которые представляют крупнейший центр компактного проживания на территории всего постсоветского пространства уже около 240 лет. Дух греческого народа, душа народа, она сохранилась именно в сельских регионах, в семьях, где люди сохранили греческий язык, наши приазовские диалекты, урумские и румейские, и также продолжали на них разговаривать и по сегодняшний день. Все усилия, вся деятельность нашего общества как раз была направлена на возрождение традиций языка и культуры греческого народа. В рамках собрания, которое нам удалось посетить, мы также стали свидетелями вступления в общество 16 человек, которые решили принимать активное участие в жизни греческого общества и почерпнуть для себя особенность и самобытность культуры этого народа. Это было знакомство со старейшинами этого общества, с теми людьми, которые являются костяком его, для того, чтобы понять, узнать их цели, их задачи. Они проводят концерты, проводят занятия с детьми, с молодежью, изучают греческий язык, изучают греческий танцы, свою культуру. Это очень важно, когда у нас работают такие общества, занимаются, делают нужное дело. Анна Триксель, Геннадий Горбунов, Новороссия ТВ.